Доброго времени суток зрителям, членам, гостям нашего канала. С вами Росси, рубрика Gameplay Let's Play на канале Rally Game Online. Ребятки, сегодня с вами посмотрим игру под названием Агент Гостепа. Миссия в России, которая вышла 14 февраля текущего года. Значит, эта игра оформлена в виде карточной игры. Мы играем за агента Гостепа, который пытается подорвать мирный устой и процветание России-матушки. И мы сейчас будем смотреть, как это у них будет получаться. Значит, запускаем новую игру. Агент 1. Правительство очень обеспокоено ситуацией в России. Депутаты принимают справедливые законы, чиновники не воруют, образование и медицина лучшее в мире. Мы должны немедленно вмешаться и изменить это. Агент 2 отвечает. Какая наша цель? Чиновники в России должны стать синонимом коррупции. Государственную думу должны прозвать госдурой за глупые законы. Ваша главная задача – возмутить россиян настолько, чтобы не решились на революцию. Но будьте осторожны, бюджет операции сильно ограничен. Приступая немедленно. Приступить. Вступление. Используйте карточки событий. Использование карточки может стоить денег, а может наоборот принести вам деньги. Главное, что карточки будут увеличивать недовольство граждан. Каждые 3 хода будет происходить митинг. Чем больше недовольных граждан, тем больше людей на митинге, тем ближе наша победа. Приступайте. Ребята, я абсолютно аполитичен. Давайте, если что, не будем бомбить по поводу там политики и так далее. Просто это игра, и мы ее посмотрим. Кстати, сделано на современных событиях, которые происходят в нашем мире, к сожалению. Окей. Итак, что у нас здесь есть? Значит, январь, первый год. Бюджет операции 15 миллионов. Уровень поддержки президента 86%. Чем ниже рейтинг президента, тем ближе вы к цели. Недовольных граждан 0. Число арестованных 0. Карточка противника. Понимание. Владимир Первый. Соловей, это, наверное, Соловьев, ведущий там на одном из каналов «Пропаганда». Происки американцев, это чиновники, говорят. Опять Соловьев, ну, хотя он Соловей, «Пропаганда». Забота о людях, чиновники. Значит, что у нас есть? Карточки игрока. Принять закон, возмутить, это заморозить рост пенсионных выплат на пару лет. Подготовить скандал, заявить, что россиянам с низкой зарплатой надо просто меньше кушать. Кстати, это где-то было, то есть это все... Недопуск кандидатов. Запретить оппозиционерам участвовать в местных выборах. Космодром Восточный. Своровать на строительство космодрома Восточный. И дискриминация. Выдавать россиянам кредиты в 2 раза дороже. Смотрите, воровство из бюджета космодрома Восточный обязательно сделаем. У нас есть 3 хода. Точнее, 3 выбора карточек. Значит, в любом случае, я думаю, нужно заморозить рост пенсионных выплат на пару лет. Так. Вы. Заморозить рост пенсионных выплат на пару лет. Агент 1 набирает текст. В стране довольно высокая инфляция. А что если мы запретим повышение пенсии пенсионерам? Да, вывести мораторий на пару лет, это и правда отличная идея. Так, прошу отнестись с пониманием. Правительство. Владимир Первый, прошу отнестись к данному закону с пониманием. Недовольство граждан всего плюс 10 тысяч, то есть неудачный был наш ход. Неудачный. Слили миллион в никуда, потому что Владимир, как бы, они сделали контратаку своей карточкой. Хорошо, давайте тогда заявим, что нужно меньше кушать. Заявить, что россиянам с низкой зарплатой надо просто меньше кушать. Агент 1. Пусть депутат от Единой России скажет, что если денег не хватает, то надо просто меньше кушать. Ну вот Илья Гафнер нами пригодится. Пропаганда. А вы госдолг США видели? Америка это уже банкрот. О, плюсануло почему-то. Хорошо выстрелила карточка данная. Отлично. Так, воровство из бюджета давайте. Своровать на строительство космодрома Восточный. Давайте-ка своруем на чем-нибудь, на чем основана гордость россиян, чем русские гордятся. Второй мировой Гагариным. Вот, давайте своруем на космосе. Пусть своруют больше 300 миллионов на стройке космодрома Восточный. Правительство. А вы на Украине-то посмотрите, что на Украине делается. Кисель, это, наверное, Киселев. А вы на Украине-то посмотрите, что на Украине делается. Там бы вы забыли вообще об этой проблеме. У вас бы была масса других. Россиянин отвечает. Ну, так-то она, конечно. Тогда пускай суд, конечно. Главное, чтобы не как на Украине. Уже хорошо, уже хорошо. Ну, мы, по идее, немножко обогатились.
Так, до завершения миссии 97, недовольных граждан 210 тысяч, протестующих 105, число арестованных 178, уровень поддержки президента минус 17%. Пока все идет легко, ребятки, пока идет легко. Так, что у них тут? Понимание, правильно сказал, поддержка российского, классный фильм, забота о здоровье. О, так, что у нас есть? Меня закон, нужно заморозить рост пенсии еще на пару лет. Нет, запретить кружевные трусики. Бредовый закон, нет. Подготовить скандал. Назвать пенсионеров паразитами. Да, кстати, вот, пенсионеры-паразиты ничего не делают. Так, агент 1. Нужно возмутить русских. Пусть чиновник скажет, что пенсионеры ничего не делают, но не производят и не работают. Может пригласить их, назовет паразитами. Есть глава Хакасии, отлично подойдет для этого правительство. Контратака у них так. Ну так они ничего и не работают, то пусть хоть ничего и не делают. И правильно сказал? Ну так а что они не работают, а пусть хоть что-нибудь делают. Плюс 60 у нас граждан, отлично. Кстати, есть здесь ссылочки на действительно на эти статьи, на эти видео, которые подкрепляют данные инциденты, которые были, реально имели место быть. Так, диверсия. Перенос премьеры самого ожидаемого фильма. Но они могут все равно сказать классный фильм. Поэтому испортить фильм о Крымском мосте. Тоже скажут классный фильм или поддержка пропаганда. Нужно заморозить. Давайте заморозим пенсии. Нужно заморозить рост пенсии еще на пару лет. Как-то люди первый раз не особо заметили. Давайте снова заморозим повышение пенсии еще на пару лет. Прошу отнестись это с пониманием. Вы это уже в прошлый раз говорили. Соловей, набирай текст. Вашингтонский обком никак не успокоится и пытается вредить нашей экономике. Они не понимают, что трудности у нас только сплачивают. Ну, если это снова пиндосы, то ладно. Мы тоже подумали, что правительство пенсии заморозило. Короче, не сильно стрельнула карточка. Так, еще у нас... Ну, бюджет у нас много, так что мы можем... Я думаю, можно запретить трусики. Хотя... Ну, давайте запретим трусики. Это абсурдно, конечно, но... Мы как-то слабо прорабатываем женскую аудиторию. Давайте самую безумную идею, просто чтобы насолить девушкам. Давайте запретим кружевые трусики и бюстгальтеры. Агент Джонсон, вы на полном серьезе хотите вынудить россиян принять такой закон? А что, у меня ребенок в Англии учится, мне все равно. А, депутат отвечает. Очень правильный закон. А что, у меня ребенок в Англии учится, мне все равно, что принимать. Вы, главное, еще один семестр ему оплатите. Правительство. Очень правильный закон. Депутат. Пользуясь случаем, хочу поздравить наших любимых женщин с Международным женским днем. Вы наши родные. Правда, теперь без кружевного нижнего белья. Соловьев. Я вам говорю, это происки американцев. Россиянин опять? Да, опять. Они никогда не успокоятся. Короче, ну такое. Минус 4% всего. Так, дальше, что тут у нас такого интересного? Признать фонд борьбы с коррупцией и иностранным агентам. Пока не нужно тушить масштабные лесные пожары, экономически невыгодно. Очень, на самом деле, очень больная тема. И в России, и в Австралии, когда были пожары, это, конечно, шутки, но злая шутка. Так, начались масштабные лесные пожары, нужно, чтобы их ни в коем случае не тушили. Можно еще сделать так, что это скандальное заявление, например, не тушить лесные пожары. Да, плюс 100 тысяч недовольных граждан. Пока. Правительство. Годовщина исторического события. Кисель. Крым наш. Россиянин. Вы серьезно? До сих пор уже 5 лет прошло. У нас что, другим проблем нет? Кисель. Вот именно. 5 лет назад годовщина возвращения в родную гавань. 5 лет как Крым наш. Стало 70 тысяч. 30 тысяч успокоилось. Хорошо. Следующий ход. Угу. Хорошо, хорошо, хорошо. Так. Допинг для олимпийских спортсменов. Сделать пожертвование. Признать... Выделить на благоустройство мосты больше денег, чем на всю остальную Россию. К сожалению, наверное, это так. Такая игра про на злобу дня, скажем так. Так, жители страны будут возмущены. Правительство. Похорошела Москва при Собянине. Тимати. Да, похорошела Москва при Собянине. Можно я еще один клип сниму? Чиновник, конечно, давайте. Спасибо за сознательность, Тимати. Ну что вы, это вам спасибо за еще 1 миллион. Потому что все любят Тимати. Чики любят Тимати, чиновники любят Тимати. Но они просто не знают, что с Тимати опасно. Так, допинг. Кстати, я недавно где-то смотрел передачу.
ну, не передачу, а вообще факты по поводу допинга. Единственное, мне очень жалко спортсменов, людей, которые реально живут спортом и которые страдают от этого. Они не виноваты ни в политике. Мне кажется, это очень тяжело для людей. Невозможно, ну, невозможность представлять свою страну и вообще участвовать. Так, с Олимпиады с позором лишим пару спортсменов медали за допинг. Правительство. Все используют допинг. Чиновник. Вот что такое Россия. На прошлых зимних Олимпийских играх мы получили всего 3 золотых медали. Сейчас 13. Чиновник ВАДА. Такого не бывает. Это массовое использование допинга. Мы лишим медали нескольких спортсменов. Чиновник. Это провокация. Вы сначала докажите. Чиновник ВАДА. Бум. Ваши спортсмены сами признаются в государственной программе допинга. Следующий ход. Минус 5 по 58. Но все равно рейтинг поддержки пока очень велик. Так, снять российский блокбастер. Плюс 3 миллиона. В общем, я хочу пилить бюджет. Запуск нового смартфона российского производства. Ну так, неплохо, в принципе, у нас и бюджет поддерживается таким образом. Чем будет бить противник? Но это мало. Давайте смартфон российского производства будет произведен в Китае. Блестящий агент. Первый российский смартфон. Время гордиться. Первый российский смартфон. Чинок, вот наша отечественная разработка. Димон. Произведена в России. Чинок произведена в Китае. Но мы уверены, будет пользоваться большим успехом. Ну да, за первый год смартфон занял 0,01% рынка. Так держать. Бюджет операции плюс 7 миллионов. Ну, довольно граждан всего лишь плюс 20 тысяч. Ну, ничего страшного. Так, в России дороже, чем в Казахстане. Торжественное открытие первого теплого туалета в Орловской области. Вот это мне про теплый туалет мне очень нравится. Давайте обязательно это сделаем. Нет, сначала давайте не допуск на Олимпиаду на 4 года. Попробуем. Попробуем, попробуем. Нужен чиновник, который расскажет миру о государственной программе допинга. Пусть он представит базу данных ВАДА, сколько спортсменов принимала. В базе данных россияне изменили около половины всех допинговых проб. Серьезно? Это сколько анализов подделано? Около 20 тысяч. Мы можем добиться отстранения России от Олимпиады. Провокация, пропаганда от России, точнее от чиновников пошла. Половина-то не принимала. Соловьев. Вы же понимаете, что Россия как кость в горле для американцев, россиянин. То есть допинг наши спортсмены не принимали. Принимали, не принимали, какая разница? Важно, что это атака на нашу страну. Да половина спортсменов, может, и принимала, а вторая половина за что пострадали? Они-то ни в чем не виноваты. Зимняя Олимпиада 2010 у России 3 золота, 2014, 11, 2018 снова 2 золота. Так сколько медалей в 2014 настоящее? Недовольство граждан плюс 70 тысяч. Бюджет операции. Мы можем пойти на такое. Так, можно гордиться. Обещаю разобраться. Кисель. Русский бензин. Торжественное открытие. Ну, можно гордиться, наверное, не. Давайте тогда туалет. Давайте ускорим диалог. Ускорим диалог. Так, 30. А вы видали, что там у хохлов? Россияне набирают текст. Какое отношение Украина имеет к тому, что в сельских школах нет нормальных туалетов? Киселев набирает. На Украине скоро и не будет газа, и тогда хунта наконец замерзнет. У нас все гораздо лучше. Для совершения миссии 88 победа 40% гарантирована нам уже. Так, скандал с полковником. Выдать пострадавших в Иркутске минимальную компенсацию. Страворовать на строительство ненужного газопровода силы Сибири. Государство не попросило вас рожать. Борьба с терроризмом. Все равно вырвано. А, вот. Смотрите, ну это уже понятно. Сейчас мы не просила рожать. Это вырвано из контекста, скорее всего, будет. Заблокировать Телеграм. Это, наверное, будет борьба с терроризмом. Скандал с полковником. Справедливость. Ладно, давайте, короче, выдать минимальную эту, но я уже примерно знаю, чем они ответят. Уже примерно понятно. В Иркутской области огромное наводнение, нужно показать, как руководство наплевать на людей. Давайте выдавать компенсацию тем, у кого затопило жильем. Но только такую, чтобы было стыдно и даже сказать. За затопленный дом давайте выдавать 10-15 тысяч долларов.
60 недовольно. Россия щедрая. Всегда поможем. Ну, это было понятно, да. Правительство России щедро душа. Да, мы знаем, что 38 тысяч человек потеряли свои дома, но государство заботится о вас. Поэтому каждому потерявшему дом мы поможем построить новый дом. Выдадим до 1600 за полностью затопленный дом. Запомните, в любой сложной жизненной ситуации правительство России всегда поддержит и всегда поможет. Это правильно. Плюс 80, нормально. Так, скандал с полковником. Смотрите, ссылочки сразу идут, можно посмотреть. Просто не хочу подгружать, чтобы видео не сворачивало игру. То увидите мой рабочий стол грязный. Я хочу, чтобы просто житель России почувствовал себя уязвленным. Давайте покажем, как живет элита в России. Нужно организовать арест простого полковника полиции, у которого на деле 10 миллионов. 10 мало, пусть у него будет больше 200 миллионов. Всех коррупционеров пересадим. Прямо в квартире в мешках полковника Захарченко хранил около 120 миллионов в разных валютах и еще 140 в слитках золота и драгоценностях. Если они просто лежали в квартире в мешках, вообще он говорит, что это не его деньги, а его мамы. Его мама пенсионерка, ну и правда, может, она с пенсии отложила 260, видите, перебили. Своей карточкой нам перебили. Так, надо, наверное, денег еще взять себе. Так, своровать на строительстве ненужного газопровода силы Сибири. У нас так хорошо получается воровать на постройке газопровода, какой бы еще построить, чтобы максимально бесполезный. Сила Сибири. 17 миллиардов долларов. Но только чтобы он был бесполезный. Китайцам газ не нужен. Мы им достаточно из Средней Азии и Маньямы. Отличная работа, агент. Это историческое событие. Это историческое событие. Открытие нашего самого большого газопровода. Вот это да. Такую махину забабахали. Плюс ноль. Уровень поддержки президента в этот раз не упал. Значит, мы делаем что-то не так. Что-то не так. Так, открывать свалки вместо того, чтобы строить заводы по переработке мусора. Давайте. Плюс 100. Ну, они перебили. Собянка. Будете возмущаться, вообще мусор вывозить не будем. Ну, плюс 80, уже хорошо. Скандал с мэром поселка. Вызов по звездной дуэли. Закрыть половину больниц. Нужно подорвать медицину в России. Давайте заставим чиновников закрыть половину больниц. Плюс 90 тысяч. Медицина стала работать только лучше. А ну, перебьют они или нет, интересно. Нет, не перебили. Наоборот, усугубили. Да, не все реформы идут как хочется. Реформа здравоохранения сработала не так, как хотелось. Вы просто закрыли половину больниц. Всегда бывают какие-то сложности. Депутаты, верно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Ребята старались, просто не все получилось. Хорошо. Итак, еще. Чиновник покупает любовнице самолет. Ну, все любят сплетни. Что там у хохлов? Наверное, сейчас побьют. Нужно, чтобы щенок поразил россиян своей роскошью. К сожалению, это, мне кажется, не только к России относится. Плюс 90 тысяч недовольных. Видели, что там у хохлов делается. Ну, это было понятно. Кисель набирает текст. Хохлы-то скоро совсем замерзнут без нашего-то газа. Вы тоже 5 лет говорите. Ну, нет, но ну в этом году так точно. Еще и развалится без России-то, матушки. Это что, запись 14, 15, 16, 17, 18 года? Вы смотрите новости на канале общественного российского телевидения. 70 тысяч, нормально. Минус 4% упало. Ну, такая себе, не сильно. Так, ухудшить качество продуктов в России. Друг России, Северная Корея, нанять 100 тысяч агентов, чтобы они регулярно ссали в подъездах. Своровать. Друг России, Северная Корея. Это нормально, в принципе. Я думаю, это не должно вызвать какой-то, что это плохо. Плюс 40 недовольных. Необходимо разрешить Северной Корее владеть ядерным оружием. Плюс 30. Ну, видите. То есть не сильно сыграло. Так, 12 миллионов у нас осталось плюс 6. Давайте своруем на Олимпиаде. Плюс 70. Плюс 10 тысяч. Вы видели, как мы утерли нос американцам? Олимпиада-то у нас проводилась. Видите, своровали на бюджет себе много, а ухудшить качество продуктов в России. Ну, с другой стороны, это сейчас, наверное, легко побьется. Плюс 70. Санкции против США и Европы. Да, плюс 50.
Ну ничего, может на пару процентов. Да, на 3 снизили. На 3 снизили. Так, уничтожать санкционные продукты. Это вообще, я не понимаю, этот бред. Лучше бы давали им нуждающим. Не знаю, столько людей, те же пенсионеры, безработные, голодают, и они просто раздавливают продукты. Так, язык не получится такое сказать. Но может быть, пускай такие продукты давят бульдозерами и напросто уничтожают. Вы просто бессердечный, Ди Джонсон. Вы правы, выполняете. Американцы думали, мы шутим. Контрабанды пытаются провозить санкционные продукты. Но мы нашли и уничтожили 26 тысяч тонн продуктов питания из ЕС и США. Отличная работа. Аплодисменты. Так, что тут? Повысить пенсионный возраст. Ну, кстати, тогда вроде Владимир Первый скажет, что типа, ну, вы понимаете, так надо было, поэтому Тимати или там Баста, кто-то за это очень топил, там тоже не помню. Нужно дарить по люкс технике, поставить девушкам с маленькой зарплатой, просто найти богатого мужа. Кстати, нормально, да, тема. Плюс 50 недовольных. А вы видали, что там у хохлов? Согласен. Карта бита. Нужно ударить по люкс. Еще давайте тогда своруем, наверное, просто. Больше денег Газпрому. У нас хорошо получается воровать на газе. Нужно, чтобы Газпром платил еще меньше налогов. Плюс 40. А вы хотите как на Украине? Плюс 30. Ну ничего. 1% отбили. 1% отбили. Ребят, в общем, можно ее проходить и проходить. И, в принципе, я думаю, что я ее пройду, если буду так продолжать. Но это все-таки примерный обзор. Я думаю, многие из вас эту игру будут воспринимать по-разному, потому что кто-то, кого-то это будет цеплять, этот вопрос. То, что это действительно, к сожалению, происходит в наше бытие, скажем, как будто будет похер. В любом случае, с вами был Росси. Это был обзор на игру Агент Госдепа Миссия в России. Это был канал Роли Гейм Онлайн. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь. Всем спасибо и до скорых встреч. Всем пока.